Федерация спортивной борьбы Республики и СВФУ подписали договор о совместной работе. Сегодня порядка 60 студентов университета занимаются вольной борьбой. Многие из них являются чемпионами и призерами Всемирной универсиады, чемпионатов России, первенств мира и Европы. Им необходима всесторонняя поддержка. Согласно договору, университет совместно с Федерацией борьбы определяют приоритетные направления развития и разрабатывают конкретные предложения по их реализации. Здесь предусматривается медконтроль, мониторинг физической подготовленности, стимулирование учреждения стипендиального фонда. Наших студентов, которые хотят заниматься борьбой, вольной борьбой, или масс-рестлингом, или шахматами, становится все больше и больше. Это радует. С одной стороны, конечно, я понимаю, что мне надо больше работать, чтобы добывать средства, но, конечно, самое главное здесь результат. И то, что у нас студенты обладают хорошим здоровьем, хорошо учатся, это, как правило, все, кто становится сегодня чемпионами различных турниров, чемпионатов, соревнований, как правило, все учатся хорошо.